Парни, шустрее! Чёртова пенька! Лейтенант! Есть! Коммодор считает, будет бунт. Он приказал затопить все пиратские корабли в этой гавани. Немедля! А воля губернатора? Это прямой приказ, солдат. Отправляйтесь на пришвартованный галеон и ждите дальнейших приказаний. Вам все ясно? Да, сэр. Вот коварное отродье. Перережем ему глотку, пока он не протявкал свои приказы. Думаешь? Не то застрянем без хода. Придется убить. Да вы же рехнулись! Я не собираюсь убивать коммодора, слугу короля! Тут рисковать никак нельзя. Иди, я дождусь. Для коммодора. Дело срочное. Проходим. Роджерс и Чемберлен, похоже, рассорились. Но из-за чего? Думаю, коммодор невысокого мнения о местных. А еще ходят слухи, что Роджерс якобит или даже католик. Что еще хуже? Бывает и хуже. Ведите тех двоих. Вы, за нами, вплотную. У коммодора есть работа. Есть, сэр! What's he on about? Cool. Someone's rattled his pig. Such a picturesque rear. Oh, God, I say. Look there. Oh, this is perfection. Я слышал, коммодор крыл Роджерса, на чем свет стоит. Из-за чего они сцепились? Тише, друг. Не гневи губернатора. Он бывает непредсказуем. По правде, я больше боюсь коммодора. Он серьезный малый и шуток не любит. Thank you.
Помним нашу цель, парни! Продырявить все чертовы пиратские суда, что стали северной гавани! А королевское помилование, коммодор? Что же стало с верой в честное слово? Совсем умом тронулся? С чего бы это нам защищать всякое отребье? Вы, чертовы паразиты, наживаетесь на честных людях. Не хуже вашего короля Георга. А ну не забывайся! Ты можешь отнять у меня жизнь, но твоя не станет лучше ни на грош. К чему все эти разговоры? Если бы не этот дикарь, губернатор Роджерс, я бы всех, кто тут есть, развесил на траверсах. Червяк. Всех вас!